Для приготовления этого блюда нам понадобилось 200 грамм манной крупы, 1200 миллилитров молока, 2-3 столовые ложки сахара, 3 инжира, 2 киви, 2 банана, 50-70 грамм кураги, 2 столовые ложки миндальных орехов резаных, 4 столовые ложки грецких орехов, 2-3 столовые ложки клубничного варенья, 2-3 столовые ложки вишневого варенья, 3-4 столовые ложки кокосовой стружки.